Привет, вы на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре дисковая пила Hikoki C6SS. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Hikoki C6SS – легкая и надежная ручная дисковая циркулярная пила небольшой мощности для решения широкого круга бытовых задач. Без проблем справляется с умеренными объемами работ, может использоваться в качестве запасного или подменного инструмента в профессиональной деятельности. Позиционируется как продукт средней ценовой категории, предназначенный для выполнения длинных поперечных и продольных пропилов с дополнительной возможностью наклона пильного диска. Является одной из самых доступных брендовых ручных дисковых пил этого класса на отечественном рынке. Инструмент снабжен двумя рукоятками для надежного хвата обеими руками. Это обеспечивает точный контроль над рабочим процессом. Ручная пила комплектуется одним диском диаметром 165 мм, посадочное отверстие 30 мм. Для защиты оператора от вылетающей древесной пыли и стружки предусмотрен специальный защитный кожух. В свободное от работы время пильный диск прикрыт дополнительным нижним защитным кожухом. Небольшой вес и компактные размеры, длина всего 267 мм, позволяют долгое время работать без остановок. Есть патрубок для подключения пылесборника или системы пылеудаления на основе пылесоса. Улучшенная система отвода пыли гарантирует рабочему месту постоянную чистоту и обширную зону видимости реза. Продуман легкий доступ к угольным щеткам для их быстрой и легкой замены при износе. В комплекте, кроме самой пилы, вы получите пильный диск, ключ и документацию, упаковка картон. Справляется с резанием любых, в том числе твердых пород дерева, а также обычных ламинированных, древесно-стружечных и ориентированно-стружечных плит. Уверенно режет твердые термопластичные полимеры, при установке твердосплавного диска может резать небольшие алюминиевые заготовки. Пылезащищенный коллекторный электродвигатель мощностью 1050 Вт раскручивает оснастку до 5500 оборотов в минуту, обеспечивая высокую скорость резания. При резании под прямым углом глубина пропила составляет 57 мм, и ее можно легко регулировать. Угол резания меняется до 45 градусов, а глубина пропила при этом снижается до 43 мм. Преимущество. Пылеотвод способствует поддержанию чистоты на рабочем месте. Алюминиевая подошва придает прочность конструкции. Удовлетворяет требованиям CE, европейский стандарт. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Нет плавного пуска. Шнур короткий и дубеет. Нет отвода для пылесоса. Но есть и позитивные отзывы. Удобно держать. Компактная. Мощная. Литая подошва. Родной диск отличный. Чисто пилит что вдоль, что поперек. Хорошо регулируется выпуск диска и наклон. Возможно, вы станете владельцем этой модели дисковой пилы. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!